Всем привет, дорогие подписчики! В жизни каждой девушки бывает два типа каблука. Один тип она надевает на ногу, второй тип она под нее загоняет. Так вот, как отличить два типа каблука? Первый тип каблука, он всегда у нее находится на туфлях, сапогах, короче, на обуви. Второй тип каблука, это тот, который говорит: «Извините, пацаны, я сегодня с Наташей». Так что, если вам так сказал ваш друг, я бы на вашем месте задумался. Все, пиздец. Как же отличить второй тип пацана? И чтобы девушки таким не пользовались, а пацаны, друзья ваши, таких друзей не имели. Так вот, второй тип каблука, он всегда что-то где-то занят с кем-то, но не с вами, пацаны. Потому что этот хуеплет постоянно со своей жинкой. Что он с ней делает? Он постоянно: ой, моя хорошая, ой, цветочки, ой, шоколадку, ой, прости меня. Если он на чем-то накосячил, он всегда моет посуду, стирает, убирает. А она такая лежит с кайфом на диване и телевизор смотрит, а он и массаж стоп делает. Ну, не дурачок вообще. Также самое главное, второй тип каблука, вот этот, который девушка загоняет под свой сапожок, под свой ботинок, короче, она загоняет, который может ей дарить первый тип каблука, короче. Ну, он, короче, его ей дарит, она его носит, она под него его загоняет. Так суть в чем? Пацаны, не ведитесь на таких тёлок, они вообще очертельнели, бля. Пацаны, не ведитесь на таких баб, они вообще осточертели, ё-моё. Что они творят? Кого они из нас делают? Я вообще... Дорогая, это не про тебя видео, не бей!